Так, Энгар Пук на связи, смотрите, какой я Жигуль вытащил в GTA Online. И у меня что-то как-то все перестало лагать. Вот этот вот Жигуль крутой, очень быстрый, я вытащил в этом, как его. Не знаю, как он называется. Можно посмотреть название, вот. Я в казино вытащил с первой попытки, я даже хотел глючить, а не получилось, потому что я с первой попытки его вытащил. Это вообще офигенно, о! Что ты там? Какая-то параша у меня там, вот это вот Джеральда. Я, кстати, в одиночной сессии почему-то, все нафиг вышли куда-то. Я сейчас поеду эту тачку тюнить. Сейчас, короче, поедем в ЛСТ. Так, недалеко вроде, тут чалик. Так. Конец. Перепутал, не туда погазовал. Запились. Блин. Ну что, сейчас пригазуем уже. Так. Почти приехали, сейчас нужно на миллион баксов. Еще сейчас свою люто затюнем. Угу. Ой, блин. У меня, кстати, смотрите, что у вас, я на карте покажу, что у меня есть. У меня есть вот тут хата с гаражом, вот тут мотоклуб. Потом вот тут гараж. Вот тут гараж рядом с казино, чтобы глитить. И военная база на самой жопе мира. Только почему-то ее здесь нет, или вот моя база, да. Все, короче, загазовываем в ЛСТ. Чтобы затюнить там Жигуль. Все, приехали. Progen Italy GTB. Ремонт. Так, двигатель. Ой, блин, я пропукал деньги. Ага. Глушитель. Во, вот такой хочу глушитель. Вот капот. Нет, нафиг не нужен. Так, тормоза. Так, не то. Бамперы. Передние бамперы. Не то. Не хочу. Так. Так, вот клаксон. Фигня. Так, фары. Во, вот такие фары. Так, и не, пока не будем брать. Во! Зеркала. Не то. Номера, окраска, вот. Окраска. Не то. Так. Крыша. Вот такую. Во, трансмиссия. А нет, спойлер. That's a beauty right there. Турбонаддув.
Блин, турботюнинг бы мог. Колеса. Колеса. Чё-то больно дорогие. Во, вот такие хочу. Так, все, готово. Все, Жигуль готов. Смотрите, все, затюнил Жигуль. В GTA Online. Отлично. Вот у меня, кстати, мой стиль. И сразу же разбился. На этом же Жигуле. Сейчас нужно его загнать в гараж. Так, если хотите еще, чтобы я затюнил Жигуль и рассказал, как глитить, то давайте наберем один лайк. Ой, блин, врезался уже пусть другой. Так, а я, короче, погазовал свой гараж и свой дом. Парковать этот чудесный дран будет. Всем пока.